броник, диски. Открываем 5 кейсов. О, сюда просто! Сюда, наконец-то я выбил первую золотую тачку. Всем здорово, ребят, сегодня я продолжаю свою рубрику под названием «Какой кейс самый прибыльный?». И сегодня у нас битва двух кейсов летнего пропуска 2022 года и 2023. К тому же за весь выпуск откроется больше 100 кейсов, так что, ребята, я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majesty коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой Discord канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, ребят, я уже, получается, нахожусь на своем сервере, и, как вы поняли, у нас сегодня битва кейсов летнего пропуска 2022 года и 2023. И, как вы можете заметить, каждого кейса у меня по 50 штук. То есть сегодня я открою каждый кейс, и в конце посмотрим, какой кейс все-таки окупил меня больше всего. Но перед тем, как мы перейдем к битве, у меня тут еще осталось 31 кейс премиум пропуска автомобильных. Поэтому давайте их быстренько откроем и вот так вот проскипаем, открыть. Так, тачка, тачка, это все продаем, продаем, продаем. Буду абсолютно все продавать, за исключением золотой, либо эксклюзивной какой-нибудь там вот этой вот тачки. Поэтому быстренько вот так все скипаем, скипаем, чтобы тоже не затягивать ролик. Потому что у нас еще целых 100 кейсов нужно открыть летних пропусков. Поэтому надо ускоряться как-то это все открывать. Тем более это было не запланировано, сами понимаете. Ну, так сказать, дополнение. Поэтому за это обязательно лайк, там подписка, комментарий, вы все сами понимаете. Так, это все скипаем. Что это такое? Какая-то фигня. Фильм китайский, GTA-шный. Так, еще какая-то фигня. Фигня, 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 фигня. Последний кейс. И, к сожалению, мне не повезло за целых 31 кейс премиум автомобильных кейсов. Ну ладно, ничего страшного. Теперь, я думаю, можно приступать к кейсам летнего пропуска. Первым делом целесообразнее и логичнее открыть кейс 2022 года, поэтому полетели. И, кстати, нужно зафиксировать то, что у меня 11 тысяч Majesty коинов, когда я начал открывать кейсы. Так, ну что, первые 5 кейсов полетели быстрым открытием. Так, броник, я это все буду сливать. Напоминаю вам то, что у меня куплены абсолютно все пропуски с начала летнего 2022 года, потом зимний и летний пропуск 2023 года у меня тоже максимум на 150 левел. Поэтому все предметы, которые тут есть, у меня присутствуют, за исключением, конечно же, золотой тачки, я забыл, как она называется, Ford GT. Вот, единственное, я ее просто слил случайно, распылил точнее. Просто случайно мискликнул, распылил и все, и так потерял тачку. Но у нас сегодня цель не выбить... О, вот это, кстати, неплохо. Хотя, блин, если не ошибаюсь, сейчас на первом сервере такая фигня стоит 800-900 тысяч. Тем более я сейчас сам ее продаю. Вот это вот, что это такое? Пиджак. Короче, костюм, просто костюм. Стоит он максимум реально миллион. Ну, это максимум, поэтому просто я думаю то, что стоит продать за 1500 коинов. Поэтому, да, продаем. Марксман пистолет. Давайте откроем еще 5 кейсов. Винтовка Marksman КМК-2 тоже очень дешево стоит, будем продавать. Кстати, вот валюту надо как-то посчитать. Давайте, я думаю, хотя, ладно, просто забираем себе. Валюта не так часто падает, я думаю, то, что... Платину VIP на 90 дней продаем. Я думаю, то, что единственное, как мы будем считать, окупился ей или нет, это по различным тачкам, которые мне выпадут, либо эксклюзивным предметам, например, там кабуры, какие-то вещи и так далее. Вот так, я думаю, более-менее будет грамотно определять, окупился, окупились мы или нет. Вот, ну и по коинам, конечно же. Анимация Lil Bounce продаем за 1500 коинов. Это тоже очень все дешево стоит. Гуччи штаны 375 коинов продаем. Gold VIP на 90 дней продаем. Custom тату продаем. Давайте откроем, я думаю, 2 кейса. Хотя нет, давайте. А, нет, точно. Открываем 2 кейса обычным прокрутом. Может, так повезет. Так, полетело, полетело, полетело. И падает дефик, но он тоже стоит крайне дешево, поэтому я его просто продам. Так, полетели дальше. Так, 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 блин, ну, не падает. И кабура тоже не падает, падает 25 тысяч валюты. Неприятно, конечно, давайте 3 кейса быстрым прокрутом. Так, 250 коинов, жареное мясо курицы, легкий броник. Давайте 5 кейсов, полетели. Диски нафиг не нужны. Что-то как-то не особо мне пока что везет. Но будем надеяться, конечно же, на лучшее.
25 тысяч валют, и опять вот это вот какая-то фигня. Мясо куриц. Что мне так не везет, я не понимаю. Давайте еще откроем два кейса обычным прокрутом. Так, так, полетела шарманочка и... О, да ну! Упала кобура на одну ногу. Отлично, откладываем. Откладываем себе. Хоть она и стоит крайне дешево, но почему бы и нет? Хоть что-то нам с этого кейса упало. Так, 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 так. И падает Silver VIP на 90 дней. Окей, продаем. Открываем три кейса быстрым прокрутом. Так, какая-то фигня. Фигня, фигня. Остается у нас последние 10 кейсов. Давайте их откроем быстренько. Броник, марксман, пистолет, одежда, пистолет опять. И последние 5 кейсов. Полетели. Ревик, платин VIP на 90 дней. Продаем, продаем, продаем и продаем. Ну все, в принципе, единственное, что с этого кейса выпало, так это вот кобура на одну ногу. Ну, более-менее, и там мы еще в коинах забрали. Но пока что не смотрите на коины, потому что в конце я буду подводить итоги, и мы уже посмотрим, какой кейс меня все-таки окупил больше всего. Ну а теперь пришло время открывать летний пропуск 2023. Полетели ровно так же первые 5 кейсов быстрым открытием. Так, так, продаем. А ревик мы тоже продаем. Какая-то фигня пока что, тачка. Каринбур продаем. Анимация Така Тайм продаем. Какая-то 5 карабинная винтовочка. Так, полетели дальше. Анимация Краби. Что? Какая-то фигня мне падает серая. Капсула восстановления. 500 коинов они стоят. Продаем. Они мне нафиг не нужны. Сильвер VIP на 7 дней продаем. Сильвер VIP опять на 7 дней. Что? Какая-то все серое падает. Я не понимаю. Дайте что-нибудь классное. 35 кейсов тем временем остается. Я предлагаю 2 кейса открыть обычным прокрутом, потому что как-то они быстро улетают, и при этом мне еще вообще ничего не падает. Как будто бы уже летний кейс 2022 года нас сегодня, возможно, сможет окупить. Что это все золотое? И просто падает такая вот тачка GTA-шная. Тундра, пантера какая-то. Ладно, 750 коинов стоит, продаем. Смысла от нее нету. Так, полетели дальше. Так, что же падает? Опять все золотое. Вот просто посмотрите, что с кейсом. Просто одно золотое. Вот второй раз подряд. И падает просто какая-то фигня Supreme. Угу. Я вас понял. Давайте три кейса быстрым прокрутом. Тачка, легкий броник и пицца за 100 коинов. Хорошо, я вас понял. Полетели два кейса обычным прокрутом. Так, 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 так. Ну же, ну же, ну же. Что же падает? Биодобавка первого уровня. Ну, не самое, конечно, лучшее, что могло упасть, но что ж поделать-то. Так, 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 и падает какие-то обычные диски. Я понял, продаем. Открываем три кейса быстрым прокрутом. Анимация, броник, скин. Полетели 5 кейсов быстрым прокрутом. Тачка, GTA-шная, диски. Опа-на. Вот это, кстати, неплохо, ребят. Вот это может стоить реально дорого. Это Balenciaga футболка, если не ошибаюсь, за 80-й по 100-й уровень точно она находится. И скажу так, что она может продаться, ну, за ляма, я думаю, 2,5. Ладно, давайте ее оставим, я в конце посчитаю, за сколько ее можно продать. Так, оставляем. Броник, диски. Открываем 5 кейса. О, сюда просто! Сюда, наконец-то я выбил первую золотую тачку. Первую золотую тачку с летнего пропуска 2023 года. Офигеть просто. Это Volvo, которая с карточек выбивается. Я ее, к сожалению, не выбил, поэтому пойдет мне в коллекцию 100%. Просто сюда. Ну все получается, летний пропуск 2023 кейс меня купил. Все. А почему она стоит на продажу 1000 коинов? Что за бред? Это вообще какой-то бред. Ну ладно, это пофиг, тачка-то упала. Откладываем, все отлично, просто офигенно. Так, это все продаем, продаем, продаем. Полетели просто 15 кейсов быстрым прокрутом. Потому что обвес еще, ну хотя обвес у меня есть, продаем. Кастом тату, легкий броник, 10 кейсов. Это, кстати, может стоить. Хотя нет, она вообще ничего практически уже не стоит. Еще, может, в первые дни она что-то стоила, но сейчас уже нет. Так, последние 5 кейсов. Винтовка, скин, диск и панамка какая-то странная. Хотя, вот эти, кстати, панамку можно тоже продать. Ну, хотя, ладно, она дороже 500 тысяч не уйдет, поэтому продаем ее.
В принципе, ребят, все. Давайте подведите итоги, что я сегодня вообще выбил и какой кейс меня купил. Хоть это уже логично, какой кейс выиграл. Ну ладно. Так, ребята, я уже, получается, все посчитал. С летнего пропуска 2022 года я залутал 12 тысяч Manchester коинов плюс кобуру на одну ногу черную. А с летнего пропуска 2023 года я залутал 10 тысяч Manchester коинов, футболку Balenciaga и золотую тачку Volvo. Но если брать полностью открытие, сегодня получилось оно очень пушечное, поэтому, ребят, пишите в комментариях, сколько мне еще кейсов открыть, какие кейсы сравнить и вообще что-нибудь, какую-нибудь идею там с кейсами замутить, я, конечно же, сделаю. От вас, конечно же, обязательно лайк, подписка и комментарий. Ну и, конечно же, я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне во ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи. И пока.